А вот дагестанские шахматисты разыграли призы республиканского новогоднего блиц-турнира. В муниципальном доме шахмат под эгидой Федерации шахмат Махачкалы состязались порядка 30 столичных и дербентских игроков. Лучших выявили по швейцарской системе в 9 туров. Как отметил президент Федерации шахмат Дагестана, международный гроссмейстер Джакай Джакаев, за победу спорили именитые игроки разных поколений. А по итогам турнира чемпионом стал Нурмагомед Омаров. Совсем чуть-чуть для победы не хватило Ахмеду Хасбулатову. Тройку призеров замкнул Арслан Айдиев. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и денежными премиями.